сталкер. Давно не видел тебя в своем бункере. О легендах хочешь узнать? Но тогда присаживайся, поведаю тебе историю группы «Рассвет». Скрытная группировка «Наследники чистого неба». После большого выброса были вынуждены покинуть старую базу и поселиться на Кордоне. Основная цель — изучение зоны. Несмотря на неплохую обеспеченность, пытались решить все конфликты переговорами. В общем, это было что-то между военизированной группировкой и учеными. Группировка вела достаточно тихий образ жизни. В основном занималась исследованиями, о которых мало что известно. Но все же есть у них несколько ключевых политических моментов. Однажды на троих членов группировки напали вояки и достаточно покорежили. Тогда Егором Крахом, лидером группировки, было принято решение начать войну. Но в скором времени был объявлен нейтралитет, так как у военных банально не хватало людей. Последним политическим событием «Рассвета» был союз с группой ТОС, который был направлен на поставку сырья для каких-то лекарств, каких точно неизвестно. Но поставки не удались в связи с исчезновением лидера группы. Вскоре актив в группировке стал угасать. Набирались самые зеленые новички, которым проводили обучение в экстренном порядке. Лидер пропадал днями не пойми где. Ходки проводились редко, и то с малым количеством людей. Было понятно, что особо долго группировка больше не протянет. И действительно, 28 июня 2013 года произошел распад. После распада была группа, которая хотела восстановить «Рассвет», но все тщетно.